Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть партию за шумеров, сетевую партию на восьмерых, и у нас тут получились такие тесные континенты, в общем-то, войны, проблемы, склоки, мне кажется, все, что вы любите в сетевых партиях в ЦИВО. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ох, проблема блядь, в том, что он первый убивается, ага, не убивает. Так, сейчас мы прокачаем, получается, лучников, но не становится пока так, два хода, не становится пока разведчик туда. Давайте давай ты попозже поставишь, чем. Да, 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 ладно. Я пока у меня в другую сторону сел. Страшно становится, когда такой опорный пункт. Как я хочу дорогу? Наверное, все-таки так пока проведу. Тут у меня город и так может пройти. Ну, если посел. Давайте в лагаж. Нифига тебе там кампусы поставить можно. Не особо, на самом деле. У меня тут ресурсы блочат. Только, наверное, самые лучшие клетки. Ну да, я вижу. Но, типа, тем не менее, тут хорошим нужно. Блин, сдвинуть бы, конечно, геотермалочку на один выше пункт. О, да. Тогда бы было вообще шик. 4-5 было. Так, ну давайте юниты. Блин, а где у нас копье реально? Во, далеко. Сначала орошение надо открывать. Ну, так, и в руки, давайте... А у кого зеленые границы? Блин, ну я уже не успею в строители, типа. Наведи, и ты увидишь. Блин, я еще и боевую колесницу мог. Да, все, понял. Все, сразу занять. Там фак, я мог вообще лес погорел, чтоб ты понимал. Ну, в следующем, наверное, еще и... А я, блин, в обычный выхожу, ну и хрен с ним. Ну, так, у кого выше защита? 10-5. Значит, все-таки скаутом. И как мне теперь построить улучшение мое? А, да, сейчас. А никак. Блин. Так, норм. Ну да, пойдем. Я налево тогда пойду и туда. Да, хорошо. Так, Иван, а где ты относительно наших соседей находишь, чтобы тебя встретить? Честно говоря, я пока его вообще не встретил. То есть он меня убил разведом, и у меня очень мало карт открыто. Но подозреваю, что тебе надо идти куда-то вправо. А тебя убил... На одном континенте слишком много людей появилось. Тебя убил дед или Дарвилл? Нет, Дарвилл. Ищи речку. Как я убил тебя? Я никого тебя не убивал. Ты мне разведа убил. Нет. Да. Нет. Я убил разведа. Наш меня... 4 человека. Я убил разведа. Я тебя разведа. Ты чё? Кангор убил у меня разведа. Да, я. Как а при чём здесь Дарвилл? Я при чём здесь? Дарвилл, да. А я... Ой, я Дарвилл сказал? Дарвилл, да. Парни. Запутался уже. Ну, а мы далеко с тобой только, друга, в принципе. Блин, надо всё рабочего делать. Войне смысла ну, я в нормальный век выхожу, к сожалению. Эти лагерь надо убивать, конечно же. У меня еще два хода. Ладно, давайте строители. Вот река Мквари, если найдешь, Лёш, то я рядом с ней. Пока это единственный ориентир, который тебе могу дать. Да, хреново у нас тут, конечно. Ну, у меня нету, я, конечно, могу сюда стоять, но нету смысла без городов тут. Что вообще вокруг? А, мешаешь пройти. Да, я забыл. Ну, мне вообще не жалко, что он тут выкупил клетки. На самом деле. Кстати, можно с дедом-то и мир заключить, наверное. Посмотрим просто, если он примет или нет, не примет, чтобы метку? Иметь в виду, что нам дальше делать. Так, амбар.
Где? Ниже тебя, видишь? А, или это, или это моя упорочка, я понял. Это делается для всех. Все-таки упорочка. Левее нижних бананов. Не вижу. Не вижу, значит, это моя метка для меня, извиняюсь. Там на метке внизу написано себе, или можешь выбрать имя. А эти все в золотой вышли. Ну, пожалуй, монументальность пока. Теперь можно и колясочку. Так что там за метка, я так и не понял. Я просто предлагал тебе там поставить город, который не будет нам вводить. Я не вижу метки никакой. Сейчас, сейчас, я знаю, потому что это метка для меня, извини. Дарвил, ты мешаешь сильно-сильно. Иди куда-нибудь. Блин, мне надо соседей встретить, которые... То есть, чтобы я плюс 5 имел в войне. Вот мне этого чувака надо встретить. Ну, правда, это при союзах. Я еще до союзов далековато. Я поставил и выкупил клетки чуда. Молодец. Так я тебе и говорю, чтобы ты поставил там вот нижние бананы где. Нижние бананы, ты... да? Вот. И чуть левее, но вот эту клетку здесь ставь и выкупай такую же клетку, как я сделал. И у нас будет консенсус. То, блин, мне надо карточку на поселенца будущий, ставить. Да? И хочешь консенсус какой-то? Вот ты молодец. Я и так город построил. Ой, ё-моё. Так. Создание поселенцев. А давайте вот эту. У меня варваров я вроде как со всеми разобрался. Так, что там с армией у Кореи? 68. Ну, мне надо сюда потихоньку подводить прачников, да, я думаю. В гавани там только маяк дает жилье или все дают жилье постройки? Да, вроде маяк. А он работает вместе с акведуком? Или он одно другое исключает? Работает. А чего бы мы так, давайте мы попробуем с инком все-таки пообщаться, потому что я не знаю, будет ли он да просто выше ставить. Давайте я сначала тут... Говорили кто-то, что он не работает. Науку возьму. Так, и здесь посело. Кстати говоря, если бы ты там поставил город, и если ты там поставишь у город, тебе раз, два, и нижняя твоя клетка выкуплена, то был бы... А, нет, метку, метку. Это города, сейчас, это сейчас. Места инка. Можно не общаться. Так видно? Да. Вот если бы ты вот я раз, не хочу два, там город ставить. Три. Я тебе предлагал вот метку на бананы поставить. Так оно слишком было близко. Пойду бананы обработаю этим. Последний заряд остался. Блин, мне бы реально мою коляску еще сделать. Блин! Ну, кстати, вот эта коляска и хорошо убиваться будет. Давайте мы в Уруке следующее сделаем коляску после посела, а в Лагаше галеру. Слушай, Тинья, ну, пока нету смысла сюда отправлять. Там лагерь варваров бессмертных на тебя шлет. Ты там держись. Всего тебе самого лучшего. Давайте пока драму и поэзию. Мне не хочу ничего пока открывать другого.
У меня есть там по одной, в один ход это все открывается. Так, тут мы прачника апнем. В лучник, когда я сюда дойду. Ну, пока, в принципе, я вижу только 6 городов возможность поставить. Ну, ты тоже молодец. У тебя 16 науки. У меня против моих 7. И ты еще вот этой клетки хочешь. Да. Да. А там, ну, да. У меня мест нету. У тебя, я смотрю, там мест куча. Справа, внизу. Поэтому я хочу вот эти места вот рядом с чудом. Я ж не просто так захотел, потому что мне это не нужно. Дарвил, я правильно понимаю, что ты какой-то инк без гор? Нет, я инк с горами. Мне сейчас воспалили. Ну, еще раз. Ну, да. Они у меня вот внизу, получается. Внизу. Прикол. Так, в руки недостаточно жилья, тогда на производство переключаемся. Так, тут жилье как раз есть пока. Поэтому я думаю, тут амбар можно не строить. Давайте строителя. О, слушайте, а давайте-ка мы вот эту клетку... А, он один ход сам добавится. Отлично. Смог, а мы же далеко, да, получается? А это кто спрашивает? Чего? Ил, даже не обсуждая место, и ты мог его и правее чуть-чуть поставить на одну клетку. У меня бы, может, влез тогда. Куда-то, вот на этой территории. Я не понимал, что ты прям здесь, да. Точно так же сделал со мной, когда поставил этот свой город возле чуда. А кто там войну... Ну, слушай, дед, с тобой вообще просто тут не обсуждаем. Я не знаю, что ты тут хочешь сделать, потому что вот... У нас между мной и дедом, чтобы вы понимали, просто горы и в одну клетку проход. Ну, я поставил город выше этих гор. Что мне там обсуждать, если мне просто там больше негде? У меня просто нету места, где я могу в том месте поставить город. То есть смысл мне там обсуждать вообще? Ну, у тебя хоть есть места какие-то, где поставить? Нет. Нет мест? Как это нет? Ну, вот так. Ты сам сказал, что там ниши? Ну, я говорил, что есть места, пока я не встретил инка. Послушай, ты наверх хочешь селиться вот от твоего города Ура направо, например, и вверх? Я не смогу направо оттуда и вверх. Ты вообще не исследовал территорию, походу, сверху. Ну, наверх ты быстрее тут бахнул и даже не исследовал, что у тебя сверху, нет, понимаешь? Нет, я вниз ходил. Блин, ну у меня второй город. Я ставлю второй город. Почему я должен ходить там 10 километров, если у меня есть возможность поставить ну, второй вот, город? Ну вот, чтобы не было таких это ситуаций, нравится. как у нас сейчас. Это город в 4 клетках от моей столицы. Это не ситуация, это нормальный город. Нормально стоит. Ну ты видишь, вот ситуация у нас происходит. Теперь смотри, я не могу в 4 клетках от своей столицы поставить город благодаря твоему вот этому городу. Ну, что как, вот ситуация произошла. Ты можешь на лис поставить город. Ну тут континенты такие. На что, на рис? Проблемы. Какой рис? Ну, меха у тебя вот. Есть. То есть это город, у которого будет 5 гор в его радиусе, вот туда поставить? Я, может быть, конечно, там и поставлю город в итоге, потому что от безысходности, но это... Нет, ну то есть ты отказываешься наверх селиться, допустим. То есть я тебе даю место, возможность селиться наверх, С какой ты мне даешь возможность селиться наверх, не понял? Ну, я тебе предложил. Ты исследуй вверх, ты куда, блин, исследуй территорию, я не знаю, даже предметно невозможно разговаривать. Куда ты хочешь? Вот где твой дуболом стоит, сюда ты хочешь, чтобы я поставил? Если сюда, то, наверное, можно, но у меня такое ощущение, что я буду по лояльности тогда отваливаться просто постоянно. Говорит, он мне дает возможность наверх селиться, он даже не видит, что он наверху, просто, что там, скорее всего, невозможно. Если ты вот тут ставишь город, вот на реке, то мне уже некуда будет селиться. Я могу поставить только, видимо, справа от твоего дуболома. Ты про это говоришь? Я открываю лояльность. И справа от твоего дуболома у меня уже минус 5 лояльность там.
То есть я бы, вот если бы ты чуть правее поставил, например, свой Чанчан, я бы где-нибудь ниже Ура, чтобы они на одном уровне были, поставил бы город, и тут бы тогда лояльность была бы мне доступна для города. Получается, там уже минус 5. То есть, ну как мне туда ставить? Ну, карта веселая. Так что мы решим с тобой в итоге-то? Война. Ну хорошо, давай оставляй вот это место хотя бы пока. Тебе все равно есть где селиться явно. Ну, мне сейчас есть где селиться, я сюда не пойду. На 5 ходов дай, пожалуйста. Я говорю, я уже скипнул ход, я не могу нажать. Эфиоп, можешь? Так, ладно, Эфиоп. Я тоже скипнул. Так, давайте мы за 2 хода вот военную традицию. Давай издевайся. Ладно, на следующем ходу. А, там надо будет немножко другая сумма тогда. Мне скипнуть не особо, у меня тут война с этими... Эфиоп, вот ты видишь, где мы с тобой сейчас стоим? Ну, вижу. Разведами. Ты мне скажи, ты ниже этих гор, которых... которые очень интересно, разведов, как дед сейчас планирует меня захватывать, посмотрим. Я не буду, ты это видишь, это вот вверх, сверху гряда так. Горная. Я ниже нее не буду сидеть. Тут холм, да, здесь бы еще холма не было, хотя бы. А так он ждать. Просто может только одним юнитом против. Туда встать. Я против. Не, македонец. Во-первых, я не вижу тебя, это раз. Македонец меня видит. Я тебя не вижу. А, ну ты не увидишь, потому что там, ну, очень сложно найти проход этот среди этой горной гряды. Я тебе не скажу, где он. Но я тут один город планирую ставить вот здесь. Вот. О, строителя дали. О, класс. Если он не мешает, блин, нет, стоит ли мне идти обрабатывать этот... Я собираюсь ставить города. Сейчас. Вот здесь. Дальше левее я не пойду, но вдоль реки я буду ставить. Вот здесь мне еще повезет. Ну, посмотрим, у нас с тобой война как бы. Мне терять нечего. Это у нас получается 3 войны сразу? И у корочки, да, получается. Ну, у нас, ну, македонцу, как говорится, грех не упарываться. Ну, македонец со мной. Что, я, получается, дружи. С Александром угадал, да? Был Александр. Да, я его обычно баню, решил в этот раз Чингисхана забанить, этот какашка мне выпала. Осуждаю его. Но объективно монгол сильнее. Ну, объективно монгол сильнее, а мне просто не нравится на македонце играть. Ну, монгол сильнее, если он успел караван пустить. Ну, вот типа суть в том, что с монголом начинается игра. Ладно, давайте я обработаю. Кинь ему войну, как только увидел. Меч, чтобы увидеть, где у нас... Блин, какая странная... Друзья. Дерево технологий. Она ужасная, она не странная. Просто капец какой-то. У моей гитары вы бы знали, где находится. Блин, не успел. Я знаю, где. Ну, это ужас какой. Мне пришлось ставить, ну, типа, точнее, открывать навигацию, вот это вот мореходство для гитайров. Блин, я прям вот... С большим интересом буду сейчас наблюдать, как дед в одну клетку будет пытаться захватывать город с колясками моими. А я тут просто военный лагерь поставлю, буду. Пожелаем удачи в бою. Ничего сложного. Так ты его когда поставишь? Через 2 хода. Ты его через 2 хода начнешь только ставить? Ну тогда, кажется, его через 2 хода поставлю. Так. Можешь сказать, где какое-нибудь чудо есть? Да, встанем. Ты кто? Ты бразилиан, да, спрашиваешь? Подожди, а как ты меня там видишь? Не найдешь ты чудо, оно очень далеко. Ты же на холме стоишь. Я могу здесь сказать, где чудо, но у нас... Твою мать, как я так тупанул? Так а ты же не на холме стоишь? Как ты можешь через холм на холме стрелять в лесу вообще? Что это за бред? Ты что-то как-то стараешься. Это очень далеко. Ты на холме, ты как бы над всеми, но тебя видно сверху. Какая тупость. Будет... Если бы был там холм, вот между нами, а ты стоял на равнине, то я бы не смог стрелять. Это огромная территория. Так между нами холм. Подожди, так между нами холм. Но... Дофига. Но, так и ты тоже на холме. Оно как бы получается, что видно все равно. Ну, один то, есть, то есть ты один считаешь это нормально, да? Один может быть стоит на холме с лесом, один считаю, может быть стоит на холме с лесом. Не знаю, в пятый не видно точно через такой холм на холме. Кто-то из вас на холме с лесом стоит? Я стоял на холме с лесом. То есть ты его должен видеть, по идее. Так я его если и видел. У него 2 юнита стоят на равнине, между нами холм, и я стою на холме с лесом. Как он увидел мой юнит? Вот в этом вопрос. Мало того, что увидел, так еще убил его. Загадка.
Это просто, блин, нечестно, я так считаю. Так. Наверное, железо обработаем. И ученичество. Так, а через деньги? Через деньги. Пошли, короче, в деньги. Тут пока лечимся. Ну, если винтом кавалерии. Можно на поселенцев можно. Пока оставляю. 4. 3 ветки город и 4 можешь ставить. Спасибо. Ну там уже нечего смотреть. Пошли. Инку. Блин, мне бы копье еще все-таки построить. Давайте пока игры и развлечения. Просто бред. Вот это реально бред был. То есть тут холм, он через холм видит юнит на холме. Ну, видимо, сюда придется ставить. Ты куда своим разведчиком идешь? Так, разве а тут надо... В смысле, куда? Этот лагерь бомбить. У вас нету... Да. У моих уникальных юнитов нету я против я кавалерии не штрафа. В смысле, если он сдохнет, я не виноват. А, ну хорошо, спасибо, что предупредил. Блин, может надо было все-таки брать способ, на... Как мы сможем нормально общаться? Или ты хочешь продолжать? А это что за город такой стоит тут? Это твой город? Конечно, это мой город. Ну все. Нет, я не буду с тобой. У нас война сейчас будет. ГГшки какие-нибудь здесь. Прямо сейчас и будет война. Я как раз с гитаров вышел. Пинг. Есть там ГГшки возле тебя? О таком надо предупреждать, типа. Да что, что? ГГшки есть возле тебя? Одна только там наверху. А, далеко идти? Надо мной. Абсолютно. Так что это единственное место, куда я могу поставить город. Ну хорошо. Раньше спать пойдешь. Ну хорошо, посмотрим, кто пойдет спать раньше. Может, и я пойду спать. Ну, у тебя 6 боевой мощи, у меня 137. 6 боевой мощи? Это что вообще? Раненый скаут? Это раненый скаут, который сейчас сдохнет, кстати, возможно, если он не в ту сторону пойдет. Единичку, что ли? Совсем. Кто там с бразильцем рядом? Предлагаю просто его вынести и все. Так в соло его и выноси. Блин, больше места будет. Поселенцы делать. Мне там далеко не надо, мне один город его только мешается. Остальные города мне не особо интересны. Блин, только надо отсюда атаковать. Бразил город поставил без воды, а ты еще, он тебе мешается. Да. То есть я максимально в сторону от него поставил, а он... Не, он просто хочет... Максимально в сторону от меня? Да. Ага. Ты своего... Шестой радиус моей столицы, чтобы ты понимал. Это шестой радиус моей столицы, чтобы ты понимал. Это шестой радиус? Нет, не моей. Сейчас раз, два, моей. Три, четыре, пять. Да блин, что так больно-то? Я не понимаю. Ты а, копье Фина, блин. Что? Короче, все ладно. Чего? Я не слышу. Твой скаут стоял. Блин. А, да мне сейчас не до него. Ну, порка с дедом, зашибись. Просто зашибись. Так, ну мне надо тогда... Ну, давайте думать. Ангарн, зачем клетки выкупать? Дед, а почему ты вот хочешь со мной упорку, а не с другой стороны, расскажи? Извини, я просто извини, я просто на нее навел. Хотел на нее... Два раза навел, да? И у меня один клик стоит.
потому что мне этот город очень можно, не нравится. Можно откатить. Если бы ты хотя бы на клетку выше там поставил, было бы нормально. У меня на клетку выше не становится тогда другой город. А у меня вообще города не становится. Ну у тебя встал же чхун-чхон, блин. Что-нибудь не становится. Больше городов нету. Все, 4 города, и что дальше делать? Я еще раз повторяю. Только воевать. Ну, а я спрашиваю, почему ты хочешь со мной воевать, а не с другой стороны? Так я и там буду воевать. Выбора у меня нету. Я сам, конечно, не люблю войну. Но... Впервые у нас такая упорка. Прям. Я прям удивлен. Ну, так. Какие-то, по-моему, маленькие континенты. Да. Только что, что это один большой континент. Какие-то кривые, да? Они какие-то кривые, и у нас, я так понимаю, 5 человек на одном континенте, да? Нет. 4 вроде. Нет. В смысле 4, если я вижу уже, то есть бразилец, македонянин, Грузия, этот эфиоп, и еще на нем же, я так понимаю, Леша. Нет. Нет, Леша на другом. Нет, тут 4 на 4. В смысле на другом? Континенты же должны морями разделены быть, нет? Ну. Чувак, у меня проблемы с дедом и Дарвилом. Ты их встретил? А, с дедом и Дарвилом. Нет, я их не встречал. То есть Леша на другом, понятно. Не, ну всадники, ну 36 вообще больше, чем... Думаю, какие мне юниты открывать здесь? Какие техи? А ты далеко от македонцев? И тут 35. За горами. И караван у меня к нему ходит. Ну и теперь нам неудобно банально воевать, да. Я готов твой город один снести, вот этот, в принципе, и все. Мне он просто мешает. Мне больше негде селиться. Ты сносишь вот этот не ври, пожалуйста, у тебя снизу нормальное место. Снизу? Ты плохо изучал низу, снизу. Я очень хорошо изучил, там более. Очень много места снизу, что там у македонского, более. Что у тебя. У македонского там много места, а у меня снизу море. Посмотри повнимательнее, куда я там поставлю города. Там не холмов, просто стою там в защите. Лук, 2-2 еды и больше ничего. Блин. Ни лесов, ничего нету. Не, ну надо атаковать, я думаю. Ой. Так, кто тут поведем? Я не знаю, может здесь острова какие-то есть, но пока я не вижу ничего. Какие-то острова. Просто тут, конечно, ну... Я просто даже не представляю, как ты можешь этот город брать, а это получается, мы просто сидим... Угу, там ГГшка появится. Ладно, пока идем отсюда. Так, Дарвил, а это что за лучник ко мне идет? Да он не идет, он смотрит. Я вот сейчас уйду им. Я просто боялся, ты ко мне там это ведешь уже. Ну мы вроде договорились, что ты вот это место оставляешь мне. Не, ну мы вроде договорились, да, я, ну все равно, знаешь ли, стрёмно. Давай вот так. И в принципе открытые границы я даже готов. Окей. Так, надо еще одного. Блин, да мне и кавалерию надо. Так, давайте я лучше, наверное, здесь еще коляску тогда, раз у меня стоит на кавалерию. Этот у меня туда пойдет. Ведем сюда потихоньку. Тут надо стоять, ждать, получается. Ну, я не знаю, ставить город, получается, сюда. Что сделать? Или лучника одного сделать пока быстренько, чтобы открыть этих. Ой. Ты поставь метку, куда ты там планируешь тогда наверху ставить города. Инг, просто, скажи вот. Ты же открыл, я никуда не могу сверху города. Куда? Ты открыл карту? Ты видишь, куда да, я там вижу. Могу? Ну, куда я вижу там могу город, ставить? ГГшку, вижу ГГшку. Ну, ты можешь так взять куда? ГГшку.
Вот только если ее взять и все. Ну и справа. А, ну справа нет, справа нельзя уже. Да, справа я поставлю. От этого скаута далеко в ГГшку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять клеток где-то. Вверх, 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 влево. Понял, далеко. Так, давайте я вырублю лес. Тут уже не до чудес, не до чего. И все очень грустно. Да, пойду, чтобы под вулкан не попасть. Мне, Лёш, как можно пройти, чтобы не мешать тебе обрабатывать весь через открытые так, границы? Так. Да, в общем-то, как хочешь. Я там вроде ничего не обрабатываю. У меня сейчас будет последний заряд у этого рабочего. О, дед, а ты решил забрать его, да? А почему, ну, да. А почему тяжелая колесница? Не вижу. Выход. Слушай, а можно я тогда город сюда поставлю? Блин, почему не боевая, а тяжелая открылась? Пипец места у Александра, и он еще ко мне идет. Офигеть! Прикол. Могу себе позволить. Вот сюда можно? Ой, сейчас я тебя поставлю. Александр. О, смотри. Чел, там ты на одной горы мне кампусы себе куда ставить? А ты забираешь свою... все последние горы. А кому я там бабки занимал? Слышишь, ты место свое открыл? Я посмотрел, да, я тебе говорю, там ни одной горы снизу. Фил, вообще ни одной. Сделку. Ты мне как предлагаешь науку развивать? Если ты горы все мои забираешь. Ты еще. Дед, ты можешь уйти с кал разведчиком своим, который идет к ГГшке? Там сверху горы высоко. Там сверху Эфиоп. Эфиоп и Грузия. Разве что так. То есть тут засвечивать сейчас будем. Так. И снизу луга. Ну, нам осталось одного только сделать. Да, одно производство. Там есть мед, конечно, но... Там лошади. Ну, такое все равно себе. Тут, типа, не будет производства никогда. Да, блин. Лесов нет, ни хрена нету. Нет, вот именно то, что я вижу внизу, тут охрененное чудо, охрененные леса. Ну что, кампус сюда, что ли, бахать? И будет все. Ну, почему вулкан? Мы на двойке играем, даже не на четверке, на двойке. Почему у меня вулканы все вот так работают? Культура, производство. В нем все, что нужно. Одно дает. Понимаю. А кто опять... Да, без счета ты опять, да, такого гений? Хорошо. Ты хочешь по счету? Я тебе тогда объясню. Ну, уже смысл, типа, был. Ну, он специально стоял за горой, типа. Не атаковал он тебя, даже не нападал ни разу. У нас с тобой вроде война. Ты скажи, что ты хочешь. Если хочешь по счету, окей, я буду по счету. По счету, да. Я ни разу не слышал от тебя слово, что давай по счету. Да. Да он постоянно говорит об этом, да. Ты, походу, вообще путаешь, с кем ты разговариваешь и на каком ты континенте. Я уже три раза тебе говорю по счету. Я могу... Хорошо. И как мне тогда теперь? Ну, когда ты собираешься атаковать, скажи, я только атакую. Я посмотрю, типа, важно, не важно. Пользуюсь за дед, что неопытный в этой фигне. Мне не надо было действительно как бы вот такую ошибку допускать с этой долбанной клеткой. Она действительно уже утрачивает лояльность. Не намеренная. Охренеть. Ты просто туда ткнул, и она взялась. У меня на один клик стоит. Слушай, классно, ткнула она. Только третий раз свой выкупил, это мой второй. Вот, кстати, по поводу... Бразил, ты когда вернешь бабу? Чудо я действительно взял. У меня пока 20 копилось, я не трачу их, но с войны с Македоном у меня упал доход. И пока 3 вход. Так, поэтому что я хочу этим рабочим обработать? Война с Македоном, я еще даже не нападал на него. Но мне пришлось войска строить. Может, все-таки зиккурат построить? Давайте построю пока здесь. Не бывает, тут ничего страшного. Ну, наверное, на содержание стал тратиться юнит. А у тебя одни минимальные юниты, они не тратят на содержание. Ты не знаю. Ладно, окей. Да, как говорится. Да, блин, ну что такое, ну? Ну это какой-то трындец. Ну это просто невероятная какая-то хрень.
просто невероятная хрень происходит. Ладно, этого мы еще заберем. Блин. Так, где у нас арбалеты? Так, давайте мы, наверное, всадников пропустим. Все-таки пойдем прямо в машиностроение прямой наводкой. Просто невероятно. Ну, снесешь так, и снесешь, хрен. Давайте. Подавись. Да, спасибо. Пойду. Никто не хочет мне помочь. Тогда до свидания, скажите звездам. Кому? Подожди, я воюю с... Подожди, ты воюешь с дедом, я с ним тоже воюю. Да, только у меня сносят навоз. Ну, борись. Да, командор. Я не понимаю, как он тебя сносит? 213 силы. Он улетел в конников, улетел просто в конников, и просто пришел четырьмя конниками, и у меня просто такой... И здравствуй, стервень, пардон. Эфиопа, ты можешь мне вот эту клетку поставить? Почему он больнее даже мою боевую колесницу, чем тяжелую колесницу? У меня больше на 30, на 2 силы даже больше. Слишком... Это мой второй радиус. Господи, что он тут строит? Да. У нас города с тобой стоят. Ну да, да. Я же говорю, что близко. Если б не гряда, это горная. Капец просто. Просто максимально все через жопу у меня тут происходит пока. Хрена, забираем. Легионеры поехали. Так, ну следующим ходом должен там город поставить уже. Так. Кампус на плюс 4 ставим. В Уре кампус на плюс 4 ставим, ну, после рабочего. Даррен, предложение. Так, пролезли мы здесь. Пока тут стоим. Повышаем на культуру. Держи еще предложение. Исторические хроники открыл зачем-то. Историческую философию пошли. Принято. Так, ну надо в уруки все-таки посела последнего сделать. К юнитам кавалерии. Просил, но к сходам нужны будут бабки уже. Морские юниты древнего. Они копятся. Содержание. 24 ты мне должен. Разве? Ой, ёлки. Да. Давайте 70. Содержание. Фига себе, пардон, он кидает этот. Сам кидает. Ладно, хорошо, сейчас скину. Да. Куда ты по науке разогнался? Очень тяжелый старт, конечно. Да, никуда, кстати, не обращайте внимания. На плюс 5 вот эти вот, которые стоят, будут стоять. Ну, а давайте-ка я вот эту клетку выкуплю. Никакие кампусы не стоят. Чтобы деду кажется, не так весело все было. Не договаривается. У него будет, я думаю, все зашибись, потому что, видишь... Ауч. Зашибись, мне селиться некуда. Совершенно. Когда тебя это останавливало? А, он уже в осаде. Все хорошо. Все хорошо, мы тонем. Клан волнолома, клан морского, что-то там. Так, производство есть. Как, чуть позже здесь монумент. Да, конечно. Но у меня последний город, по идее. Клетку выкопал.
Ну мы же с тобой не договариваемся. Чё, ты мне кучу убиваешь юнитов, я тебе тоже гадости делаю. Я так понимаю, что мы не договоримся. Извини, никогда. Я пытался договориться насчет города, опять же. Ты говоришь, нет, я поставлю там, где хочу. О чем, блин? Дед, я просто офигею, о чем тут можно договариваться. Я, ну, то есть, я не договариваюсь, если невозможно договориться. Ну, то есть, какая там может быть договоренность, я не понимаю. Вот сейчас Инк поисследует территорию, наверное, он скажет, как можно было договориться. А он тут при чем? У меня тут, ну, откроет территорию, скажет, что будет третейским судьей в этом споре. Но, извините, у тебя, во-первых, город даже на реке... У меня тут город даже без этих, без воды, понимаешь? Мне кажется, если бы я не хотел с тобой договориться, я бы вообще его в проходе вот тут поставил. И у тебя вообще там ничего не было бы тогда. У меня и так ничего нет. Город-то в три клеточки. Если город в три клеточки. Ну, в смысле, вокруг себя. Там первый радиус. А что, ко мне бессмертных привел Тамара? Почему первый радиус у тебя? У тебя вон второй радиус, вон, выкуплен. А второй — это лагерь. У меня такие же, у меня точно такие же горы здесь, вот у моего. Посмотри, у тебя клетки с культурой и с двумя редкими ресурсами, ну. Ну, да. Ты вместо того, чтобы выкупать клетки, тратишь на армию, чтобы воевать. Мы могли договориться и дальше. Что, мне тебе оставлять меха, когда мы договориться не можем? То есть, меня, типа, тебе лучше делать? В чем твоя претензия? Ни в чем, Егор, просто выкупил. Неприятно. Просто выкупил, да. Я очень долго держал, очень долго держал. Но в итоге выкупил. А ты военный лагерь ко мне построил. Убил мне, наверное, уже 3 юнита. Ну, я старался. Так, вот тут вопрос, конечно... Ладно. Нету вопросов, потому что слишком долго ходим. Кстати, какой сейчас ход? 16-й. Ну... В смысле 16? Нет, не 16. 49. 23. Не, ну Непур там не пойдет. Если кто-то... по его поводу беспокоиться. Дед, так, а мы с тобой договорились насчет города-то? Я что-то забыл. Да ставь его, да. Ага, там, значит, можно ставить, а тут нельзя. Ну, потому что здесь больше места. Где? То есть ты хотел за горами где-то ко мне ставить? Больше места? Нет, я хотел... Подожди, то есть у тебя там есть еще места, там много места, получается, так? Ну, у шотландца захочу, будет много места, да. Ого, шотландец. Да, ну, я думаю, там можно говорить, вы, наверное, его уже не встретите. Ну, судя да. по всему. Нет, я к тому, что шотландец, а ты что, так и будешь на это просто смотреть, стоять и смотреть? А что я могу сделать, когда меня в осаде 4 конниками, да еще, блин, меня просто все пожгло. О, шотландец, я тебя сейчас встречу следующим ходом. Толку-то? А у меня бонус для тебя будет. Вот бы я бы еще сжимил бы бонус. Да, только этот бонус с союза, да, с союза. Да, точно с союзами работает, фак. Если бы ты его там надгрыз чуть-чуть с той стороны. Да, у нас тут проход в одну клетку через горы. Еще раз повторю. Ну, да. Канын этот... Так, осел построен. Да. Осталось только сюда поставить город. А, больно? Да. Брысь отсюда. Есть шанс еще встретить Шотландию, господа. Отлично, летим к тебе на всех парах. Фалангами дружить не приходите, не одобряю. Так... А мы тут летим в арбалеты.
Так, ну мне надо, видимо, эти сделать. Как их? Катапульты. Че ты как-то собирался воевать, войска не строишь. А они не открыты, да? Македонец. Да, почему не строил? Пинг, сделка. Не, мне лучше в арбалеты идти, чем откладываться. Если ты видишь... А, ты не видишь, да? Где заспавнился лагерь? Вижу, конечно. А, видишь. Я сейчас его куплю, не переживай. Лагерь купишь? Конечно. Кого? Я про варварский лагерь. Да, я и говорю. Так, я прошу убрать таймер. Я полхода не могу походить просто. На этом пока все. Да. Спонсоры канала продолжение могут найти прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк.